У кірмашы вакансій у Барановичах узялі ўдзел каля дзясятка прадпрыемстваў у асноўным лёгкай прамысловасці і будаўнічай галіны. Три заявленных вакансий в управлении. Это вакансии по этим направлениям. Это вакансии швей, сборщика обуви, плиточников, облицовщиков, штукатуров. На сегодняшний день у нас уровень безработицы 0,8 по городу, имеющиеся вакансии 970. Ну и напряженность на рынке труда у нас упала до 0,7. Предприемства, которые взяли удел у кирмаши, имеют не меньше за десяток свободных працовных мест. В основном, правда, вакансии для женщин. Иностранное частное предприятие. На сегодняшний день мы режем ветошь. Ветошь поступает к нам с Европы, и эту ветошь мы отправляем назад в Европу. Работники, которые хотят зарабатывать, конечно, у нас получают достойную заработную плату. На сегодняшний день потребность составляет от 10 до 13 человек. Мужчинам пропонуют в основном працу по будовничьих специальностях. А тем соискальников, кому ничего не подходит, рад звернуть увагу на бесплатные курсы перенавучания по 10 разных напрямках. Я ищу работу в сфере логистики, так как я имею опыт работы в Объединенных Арабских Эмиратах. И очень тяжело именно в городе Баранович найти логистическую компанию соответствующую, которая могла бы быть заинтересована в моей, так сказать, профпригодности. У тяго в Барановицкую службу занятости с початку года звернулися больше за 600 человек. Коли 450 из них уже працоулаткованы. Тут сподяются, что такий формат пошуку працы, как кермаш вакансий, так само будет иметь полные выники. По опыту прошлых лет ярмарки вакансий уже проводились. Люди искали себе работу и нашли. Поэтому я считаю, что это вот очень удачный опыт и для организации подобрать себе соответствующих работников, ну и соответственно для соискателей найти подходящую работу. Алена Рагуць, Катерина Страха, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».